Сегодня мы находимся на производственном поле хозяйства Дон Хохольского района Воронежской области. Сейчас идет уборка нашего гибрида МАЗ-24С. В этом хозяйстве сложились две составляющие успеха. Это интенсивная технология земледелия и высокопотенциальный урожайный гибрид от компании МАЗ-СИЦ. Мы находимся на кукурузном поле. Поле засеяно гибридом компании МАЗ-СИЦ МАЗ-24С. Поле хорошо подготовлено с осени, заправлено минеральным удобрением в достаточном количестве. На этом фоне сформировался хороший урожай, я бы сказал, очень даже хороший урожай кукурузы на зерно. Данный гибрид имеет ФАО 270, 16-18 рядов початки, 24-28 зерен в ряду. Гибрид вобрал в себя все положительные качества от отцовской материнской линии, а именно крепкое здоровое растение в процессе всей вегетации от отцовской линии и высокую массу тысячи и потенциал к урожайности от материнской линии. В данный момент урожайность составляет больше 100 центнеров с гектара. Конечная цифра будет после того, как уберем это поле. Поле оно одно, у нас брали в этом году на эксперимент. Влажность кукурузы, бункерные кукурузы из комбайна составляет порядка 19-20%. Это очень даже неплохо для кремнисто-зубовидного гибрида. МАЗ-24С входит в линейку гибридов по системе Waterlog. Он проявляет более высокий результат в засушливых условиях по сравнению со стандартными гибридами. Вот гибрид МАЗ-24С, несмотря на многочисленные здесь солонцы, выглядит, если посмотреть вдаль, ровно на солонцах не проседает как по массе, так и по урожайности. Урожайностью этого гибрида мы довольны, компанией МАЗ-СИЦ. Этот гибрид завоевал высокую популярность среди сельхозпроизводителей в центрально-черноземном регионе. Он доказывает из года в год свою регулярность, стабильность, высокий потенциал. И этот гибрид гарантирует высокую рентабельность на ваших полях.